Об этом мне скажут пробагандисты-миллионеры из телевидения. Уважаемые товарищи, в этом году состоятся важные выборы. И к вам опять будет стучаться агитировать за хороших людей из «Единой России». Я прошу вас вспомнить, как голосовали представители разного уровня партии «Единой России» во власти. Вспомните, кто голосовал за повышение пенсионного возраста? «Единая Россия». Кто отказался вернуть прямые выборы мэра города Владивостока? «Единая Россия». Кто принял решение выдать чиновникам из администрации города Владивостока квартиры, когда нуждающихся в городе Владивостока не менее 6 тысяч? Опять «Единая Россия». Кто голосовал за повышение заработной платы мэра города Владивостока? Опять представители «Единой России». Помните об этом всем. Не забывайте. И голосуя за представителей из «Единой России», за хороших людей из «Единой России», вы голосуете за Россию без будущего.